Не обошлось в выходные и без пожаров. Так, 7 марта в центре Саратова горел старинный особняк по улице Григорьева, 55. Раньше в этом здании находилось общежитие издательства «Слово», но уже несколько лет там никто не живет. Возгорание произошло на 4-м этаже, подобраться к очагу было трудно. Пожарным препятствовали железные двери, которые установлены на входе в здание. Чтобы пробраться к очагу возгорания, одну из дверей пришлось распилить. На тушение пожара выезжали 11 единиц спецтехники, городская и областная службы спасения, а также сотрудники СПГС, которые обесточили здание. На время тушения были перекрыты улицы Григорьева и Соборная. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Всего же в праздничные дни в области произошли 24 пожара, 10 из них в Саратове. Смертельным стало возгорание в жилом доме в Новоузенске, в результате которого погибли двое мужчин.